Всем привет, вы на канале Летний. И мы продолжаем играть в игру под названием Пенумбра. Истоки зла, или же Пенумбра Овертура. Не знаю, что там в прошлом видео. Короче, такая громкая аудиодорожка моего голоса получилась. Но я это не виноват. По-моему, я все настраивал четко, оно что-то не настроилось, ну нихера. И как-то супер буст получился. И я там прям захлебывался. Но надеюсь, в этой серии все будет нормально. Я вроде как посмотрел, вроде как ничего не должно нигде бустить. Поэтому давайте с последней сохранений. А где у меня там последнее сохранение-то? Так, а в натуре, а чё? Подожди, ты все сохранил? Ну-ка, подожди-ка. Обезболивающий есть. Так. Так, ну вроде все забрал отсюда. Да? Так, и чё, стул не надо нахуй. Так, я там что-то обещал, мы там посмотрим где-то, да? Так, это не то. Это тоже не то. Взрывчатые вещества. Ну, мы это почитаем когда-нибудь. Я думаю, они пока нам не нужны. Поэтому мы уходим отсюда, естественно. И идем. Ну, как бы дальше продвигаться по игре. Я сфоткал, помню, камеру. Помню, что я там сфоткал. Так. Камерой сфоткал, но я не помню. Где? Ёб твою мать. Что это было? Неужели здесь чуть мое сердце намаячено на самом виду? Кто бы здесь не ходил? Опа, сучка. Вижу сучку. А что с ней делать-то? С псы ебаные некрещенные. Черт, в жизни так не боялся. Это ты нахуя встал-то? Ты что, дебил? Ты, блядь, нахуя встал? Я тебя не просил об этом. Так, там псы ебаные, если чё, молоток берем. Тихо, аккуратненько. Блядь, не шебурши лишний раз. Надо убрать. Опа, сука, подними. Ага, спасибо. Так, нам бы куда-то надо. Так, подожди. Где мой телефон? Сейчас мы карту найдем. Ага, вот она карта, кстати говоря. Так, это мы где были? Это мы были в канцелярии. Мы сейчас выходим на взрывчатку, судя по всему. А, нихуя. А чё нет? А да, на взрывчатку же выйдем. Ну, нам, скорее всего, надо идти туда, куда я иду. Хорошо, ну давайте пойдем потихонечку. Вот сюда спрячусь еще на всякий. Блядь, он сюда не залезет. Ладно, тихонечко, тихонечко, блядь. Вот так вот смотрим. Так, это я где сейчас? Это я, блядь, это мне надо сюда вот идти. Так, собака, вижу собаку некрещенную, вижу. Так, еще карты, вот еще дверь. Это что, это взрывчатка, да? Мастерская. А, встань. Я сделал заметку в блокноте на всякий случай. Давайте посмотрим, что он там сделал на замотке. Я не могу открыть это. В середине шахты я отыскал запертую дверь. А что ты ее открыть-то не можешь? Заблокировано, что ли? Блять. Псы ебаные. Где-то здесь псы ебаные. Так, подожди, а в смысле, какая мастерская? Я что-то не видел ее здесь на карте. А, ебать, это я в самом углу, получается. Мне надо куда-то... Так, ебаный псин, где она? Так, ну мне либо... нихуя. Надо посмотреть на карту. Так, я сейчас вот тут, нам надо идти... направо, потом налево и на склад. Окей. Направо, налево. Блять. Ебучие собаки. Так, направо мы пошли. Теперь нам надо налево сейчас свернуть. Главное, псине не попасться на глаза.
Сучка. Так, она там стоит или что? Канцелярия. Спокойно. Сюда, на склад. Нам нужно на склад попасть. Как ни крути, нам нужно на склад. Так, это склад? Ну... Что это, канцелярия, блядь? Мне нужен склад, а не канцелярия. Мне так тяжело, как выглядит, но для защиты сойдет. Понял тебя, главный герой. Ага. Ну, я понял, понял. Чё, блядь, тихо. Вон дверь. Поехали нахуй отсюда. Фу, собаки просто выебываются. Но я их могу молоточком вроде как разъебать, поэтому... Блядь, чё так тихо, громко-то? Так, ну здесь я так понимаю, можно... Чё такое? Тараканы какие-то ползают. Здесь могу посвободнее ходить. Так, фонарик пока не буду тратить, возьму палочку. С палочкой как-то получше, по-моему. Так, ботиночки, хуиночки, это что такое? Зажигалка, вещь полезная, если она заправлена. Ну, я согласен. Так, что тут пишут? Я это сам слышу или что это такое? Закрыто с той стороны. Так, значит, там еще кто-то есть. Я слышу тихое бормотание. Слабо его, похоже, я смогу хоть что-то прояснить. Я сделал заметку в блокноте. Ты, блядь, можешь помедленнее говорить? Я от тебя не успеваю это как бы... прочитать. На складе есть запертая дверь, но из-за которой доносится подозрительный шум. А кто-то кого-то жрет, судя по всему. Ну или дышит. На псину тоже похоже. Слышь, ты там открывай нахуй. Блять, не хочет. Ну ладно. Так, какие-то шарики. Минус шарики равно лесенка, хуесенка и какой-то люк открытый. А здесь что? Какая-то дыра равно смерть. Понял. Так, рисовал ли ребенок или умалишенный? Умалишенный. Неплохо ты такой сложил два слова. Так, таракашки равно... хуйня. Ну, как бы это само собой заперто. Да шо все заперто-то, блядь? О, вот это не заперто. Так, а здесь что? Паучки какие-то опять. Так. А что тут камень? Как камень? Камушки какие-то. Так, обезболивающие батарейки. Какая-то херня. Мешок и вот это вот опять. Шептуны пошли. Что за чертовщина? Что со мной? Будто нечто коснулось моей памяти. Надо быть поосторожнее. Надо бы. Чё ты лезешь своей жопой везде, куда тебе не надо? Нахуй ты вообще сюда отправился? Тебе так важно это? Чё это надо что-то с этим сделать? Бля, как оно громко все, конечно, перетаскивается. Я ебу. Опа. А, там какие-то камни были нарисованы, точно. О, ты можешь прыгать. Замечательно. Угу, тут что-то есть. Ну-ка нахуй, только выход мне не переграждай. Блять, как же это тяжело все делается, я ебу просто. Ну-ка, открывайся побыстрее. Так, это все закрыто, да? Да, там псы ебаные. Некрещенный. Опа. Шепчи мне там на ухо, блядь. Шептун, блядь. Так, это пауки какие-то, нахуй. Что ты хочешь? Эх, пауки. И узкие лазы. Не смогу ли... Не знаю, смогу ли пробраться через эту рань. Даже отсюда чебрушание маленьких ног. Поосторожнее, блядь. Пауки, это дело такое, блядь. Жесткое. Ненавижу их, боюсь. Хуета знатная, конечно. Так, лесенка, возможно... Блядь, ты чё так шумишь-то? Спокойно, не надо. Ты чё застрял-то, блядь, из-за лесенки? Лесенка, хуесенка меня заебала. А, это тупик, нормально. Сука, лесенка, не мешайся под ноги.
Ну, здесь вроде как... бля, сейчас заблудиться можно здесь. Только так. Ну, как бы я это проходил тоже, я помню немного. Как это, собака или что это? Ужасное зрелище. Если бы ее не мумифицировали, запах сбивал бы с ног. Понял. Это собака некрещенная все-таки сдохла от того, что здесь... что это такое? Куча сухих пыльных мешков, понятно. А, письмо. Блядь, такое большое, конечно, я ебу. Давайте немного почитаем. День первый. Я приступаю к ведению этих записей, дабы, несмотря на хаос последних часов, предпринятые нам величайшие труды могли когда-нибудь стать достоянием науки. Я постараюсь продержаться до прихода помощи и заклочу все входы в малую мастерскую в заброшенной части шахты. Питаю надежду, что скудные запасы продовольства дадут мне выжить, а запрятанные мною не будут найдены. Возможно ли, что эта шахта и впрямь проклятая? Прошло почти ровно 30 лет с того случая, что и привел нас сюда. А теперь, спустя десятилетия, рок снова давлеет над нами. День третий. Я полагал, что в этот день сюда доберутся спасательные бригады, но ведь они и не догадываются о моем местонахождении, потому занимаюсь спасением других выживших. Если завтра сюда никто не явится, то мне придется отправиться на поиски самому. Блять, как же здесь много, я ебу. День шестой, да? Шестой. Мой первой ошибкой была мысль о спасении. Второй предположение безопасности этой пещеры. А следствием этих двух ошибок стало третье. Я покинул свой безопасный угол. В результате я уже 2 дня брожу здесь в поисках помощи, но сталкиваюсь лишь с опасностью. Я побывал у старых жилых помещений, но, как ни странно, не обнаружил там никаких признаков жизни. Пытаясь вернуться тем же путем, я заблудился и скоро оказался совершенно... не в известном месте, сбитый с толку, но не потерявшийся целеустремленности, я вновь попробовал добраться до своего пристанища, но встретил каких-то одичавших животных, которые сочли старую шахту своим домом. Хотя эти особи не представляли всего немало интереса, предпочел отступить, но был окружен и обложен огромным числом... Что это было? Огромным числом этих тварей. Оставалось только бежать, убегая, я повредил лодыжку. Радует, что это скорее растяжение, чем перелом. Некоторое время приходилось скрываться и таиться в темноте, но несколько часов назад мне удалось найти дверь, которая ведет в малую неиспользуемую часть шахты. Ключ от этой двери все еще у меня в кармане. В той части шахты я нашел склад, думаю, позволит мне продержаться еще какое-то время. Это место сплошной лабиринт. О, хорошо, я усвоил урок и не сделаю из своего укрытия ни шагу, пока не буду уверен в безопасности. День 19. Надежда на спасение тает, запасы кончаются. В этом месте полно пауков. Не люблю пауков. Согласен с этим автором. Так, мы сейчас быстро прочитаем. Так, день 34. Я поймал ни одного из этих восьминогих чудовищ. Сегодня утром, собственно, во рту. К своему удивлению, паука я проглотил. Впрочем, больше меня не волнует. Больше меня волнует не сам случай поедания, а подвид этого арахнида. Маловероятно, чтобы яд пещерных пауков был опасен для человека, но, возможно, последствия меня все же беспокоят. 35-й день. К этому часу должен подействовать яд любого из пауков, но я жив, и это первый повод для радости со времен инцидента. Кроме того, благодаря случайному происшествию, я имею в своем распоряжении практически неисчерпаемый запас пищи. Во имя науки я собираюсь спуститься в шахту по складам и разузнать побольше о естественной среде обитания этих существ. День 50. Последние 4 дня мне удается выжить только благодаря паукам. Некоторое время я отчаянно пытался наловить маленьких мерзавцев. Ах, как же это тяжело читать, конечно. Удача пришла, откуда не ждали. В моем фонарике сели батарейки. Тогда я совершил второе жизненно важное открытие. Естественно, среда обитания этих насекомых — темнота. Обходясь без света, я могу просто замереть на несколько минут, и еда сама прибежит ко мне на колченогих лапках. Вот оно как. Ну, мы узнали хотя бы что-нибудь полезные, но очень слишком много читать. И вот это, конечно, меня немного расстраивает, потому что мы тратим очень много времени на читание. Так, в этой стороне у нас что? Тоже тупик или это обратно? Подожди, я что-то не помню. Так, это обратно. А в эту сторону? В эту сторону ебаная собака. То есть это по кругу? То есть это по кругу, то есть надо сюда идти все-таки 100%. Такая стриопара тут же способна отделить мясо от костей. Надо пробежать, я так понимаю. А, блядь. Куда ты залез, сука? Зачем?
Зачем он туда полез? Блять, откуда сейчас начнется? Так, главный вопрос. Я проебал вещи. Это что такое? Так, а письмо, подожди, письмо. Список дел. Блять, проебал. Проебал, значит, надо вернуться обратно. Забрать факел. Так, это здесь, по-моему. Так, надо забрать факел. Ебать, и что тут такое расстроение? Так, это лесенка. Это не сюда. Чё-то я запутался в этих коридорах, не понял. Сюда мумия. Сюда у нас идти, это трубы получается, и... А это куда? А вот это вот сюда как раз-таки. Ну ладно, заберем это все мы. Это мы все читали уже, научное открытие. Нам надо аккуратно пройти помежу вот этих вот труб. Я не понимаю, с каким периодом они... Вот сейчас. Опа. Так, опа, сюда зайдем. Так, что у нас тут такое? Можно признать, во сколько скорлупу яиц. Можно, если бы не размер. Блять, зачем? Нажимаешь, я... Так, еще одни научные открытия. Короткие, слава богу. День 71. Мои ранние выводы о безопасности маленьких пещерных друзей, похоже, ошибочны. Тщательное вскрытие показало, что в желудках пауков может храниться небольшое количество природных химикатов. Где оно? Блять, потерял. Химикатов. Регулярное впрыскивание этих веществ может оказать психотропное воздействие и даже привести к летальному исходу. Единственный выход — это убраться отсюда и отыскать все сломанные припасы, какие только удастся найти. Но это лишь надежда. Ее попирают грубые факты. У меня нет источника света, я поклялся, что не выйду отсюда, пока снаружи не зазвучат человеческие голоса. Пауки такие вкусные. Капец. День сотый. Судя по меткам на стенах и собственным записям, хотя в такой теме они больше походят на разборчивые каракули, сегодня сотый день моей новой жизни. Весь последний месяц мои следовные друзья становятся все более и более агрессивными, их количество растет, а размер увеличивается. Не знаю, является ли это следствием моего вторжения в их экосистему. При такой скорости роста пауки скоро станут слишком большими, чтобы пролезать в трещины на стенах. Ясно только одно, я вижу лишь вершину айсберга. И если моя жизнь завершится здесь, а спасение никогда не придет, то пусть хоть труды мои и этих удивительных существ однажды сыграют немаловажную роль в естествознании. Величайшие умы современной науки обязаны успехом более удачи, нежели талант. Похоже, это правило относится как и к моему открытию таких вкусных новых особей. Есть и другое правило, которое может свести на нет, и меня, и мои исследования, все великие открытия стремятся поглотить своего создателя. Что-то они там открывают, что-то они вот это вот делают. Зачем оно вам, блять, вам жить, что ли, надоело? Так, сейчас вот вопрос. Я откуда пришел? По-моему, оттуда. Нам сюда. А, блядь. Задело немножко. Так, идет кровь, но ничего, я переживу. Ладно. Сейчас тайминги надо ловить. Оп, побежали нахуй. Побежали нахуй. Так, это что такое у нас? Так, ты можешь встать? Спасибо. А, не открывается замок. Замок-то на месте. Давай его расхуярим. Вот и все, делов-то. Так, блядь, как это убрать? Убери нахуй. Спасибо. Так, ключ. Ключа не надо. Так, батарея. Чё по потолку? Батареек нас хватает, в принципе. Так, это что такое? Бензин для зажигалок. Так, подожди. Теперь зажигалка должна работать. Это отлично. А чё мне ею поджигать? Вопрос, конечно, на миллион. Так, а ну-ка возьми молоток. Ну-ка разъеби эту коробку. Что-то не получается, ладно. Так, это что, колесо? Кому оно нахер надо? Так, нет тайничков никаких здесь, да? Ну, вроде нет. Фонарик быстро садится? Не особо. Ты только не застревайте, умоляю, здесь. Так, а что мы взяли? Зажигалку? И нахуя она нам?
Вот это, конечно, вопрос. Серая больничный закат. Чё, блядь, какой больничный закат? Так, здесь какой-то краник, кстати говоря. Судя по звуку, где-то в трубу произошла утечка пара. А ты не хочешь закрыть ее? Так, а как закрыть? Угу. Вот и все. Делов-то. Так. Ну, фонарик немного садится. Давайте палочку завязаем. Все-таки она не разряжается. И это хорошо. Так, я надеюсь, свет меня не привлечет внимание этих мразей. Ладно, я выключу его. Тут и так пока видно вроде. Так, куда мы еще здесь не ходили? Так, это псы ебаные, мы сюда ходили. Вот сюда, по-моему, не ходили. А. Так, отвлекся я опять. Меня, как обычно, это... Чё за запись не идёт? Идёт. Отвлекли, как обычно. Ну, чё поделать? Ничего не поделаешь. Обычные вещи. С этим надо смириться, что каждую серию меня кто-то что-то отвлекает, но... Не страшно, не страшно это все, конечно, потому что мы возвращаемся обратно, насколько я понял, потому что здесь нам нехер делать. Что это? Ебать там, конечно, ебать. Чё так громко-то? Я, настолько понял, что нам надо вот эту лесенку все-таки перетащить. Потому что мы иначе не выберемся. Так, подожди, постой, пока здесь что-то такого интересного есть. Ничего интересного, пошли дальше. Откуда я упал? Ага. Так, замечательно. Замечательно, выбрался. Красавчик. Кажется, здесь кого-то протащили, никогда не видел столько крови. Этот человек мог бы ответить на вопрос, а кто мог совершить такое, кто бродит здесь внизу. Где ты здесь кровь увидел? Я что-то не вижу ни одного признака крови здесь. Ну да ладно. А, вот. Ну, пожрал кого-то кто-то там. Хорошо, что ушел, то бы еще нас сожрал собака сутулая такая. Так, я ни пизды не вижу. Эта лампочка, по-моему, светит гораздо лучше. Что это такое? А, карандаш, не надо. Так, ключ какой-то подобрали, не помню от чего. Так, письмецо. Что там писало? День 200-й. Прошло немало времени с тех пор, как я последний раз описывал свои открытия. Не в последнюю очередь в этом повинны пауки, с которым я... Мне довелось обитать вполне... Чего? А, долгие 8 месяцев. Я оказался изгнан из ареала их обитания. Так давно поведение насекомого стало слишком... Слишком агрессивным. Я попытался завалить основной вход в их логово и укрыться в одной из малых комнат. Наверху единственный с нормальным замком. Бля, это он, походу, сейчас умер. Другая причина кроется в слабости после операции. Да, мне пришлось сделать себе небольшую операцию без помощи инструментов или анестезии. Впрочем, даже будь у меня обезболивающее, я все равно не мог... Нельзя было применить, ведь пациент был и доктором. Хирургические инструменты также неплохая штука, но и мой нож для бумаги, пусть старый и ржавый, прекрасно справился с задачей. Сама операция была довольно проста, обычная ампутация не столь важна для жизни органа. Я стал замечать толстую пленку клейкового вещества на своем языке и был вынужден признать, что данный орган был заряжен из-за постоянного контакта с токсинами. День 300. Вот еще 100 дней прошли. Кажется, я здесь так давно, за прошедшие месяцы, я предпринял попытку вернуться в пещеры. То, от чего я тогда бежал, кажется гораздо хуже, чем то, что я имею сейчас. Однако во время моего прихода с крупной системы тоннелей в шахте произошел обвал. Пробраться дальше теперь нельзя. Мне пришлось вернуться и принять течение дней, навязанные судьбой. Но до сих пор я слышу, как мои маленькие сердитые друзья скребутся в двери моей клетки. Вот так вот. Угу. Что это?
Опять эти жучки ебаные. Так, дверь открывается, которая... Что тут есть полезного? Опа. Вскрытый паук. В жизни не видел такого огромного. Да, если бы такая тварь... О, язык. Если бы я такую тварь увидел, это, блядь, был бы шок для меня. Так, а что, открыто-то? Это был бы шок-контент для меня. Так, оно куда-то утащило вниз. Опа, мясцо. С душком. С душком, конечно же, с душком. Как иначе-то? Так, а что сделать? Обратно? Получается, нам обратно идти. Насколько я понял. Да, что-то мне не очень нравится то, как построена эта игра. Слишком много записей. Это не очень хорошо, потому что мы тратим большую часть времени на то, чтобы почитать записки, вот эти вот все дневнички. Поэтому не знаю. Я бы сейчас закончил серию на самом деле, потому что я не буду растягивать ее на 100-500 тысяч миллион минут. Поэтому, ну да, получается короткие серии, ну а что поделать. Поэтому да, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, переходите по ссылкам в описании, ставьте лайк и до скорой встречи. Всем спасибо, всем пока, вот все. Да.